Этого доброго и стеснительного пса зовут Соболь. Раньше он жил в своем доме в дружной семье еще с тремя пушистыми друзьями. Но в канун Нового года оказался в службе по обращению с животными без владельцев, хотя хозяин у него был. Мужчина тяжело заболел. Ему пришлось лечь в больницу, но оставить своих мохнатых друзей одних дома он никак не мог. Он обратился с помощью, не мог лечь в больницу. А пока у него не возьмут, четырех собачек побоялся наставить один. Естественно, мы не смогли не отреагировать. 21 декабря 4 собачки мы у него по договору приняли на временное проживание на месяц. И вот выяснилось, что 6 января данный гражданин скончался от коронавирусной инфекции. Хозяина не стало. И теперь эта дружная компания проживает здесь, на улице. Две девочки и два мальчика. Двое совсем не могут привыкнуть к такому месту, озлобленно скалят зубы. Не знают, можно ли доверять незнакомым людям. Один и вовсе забился в угол, не находя себя в компании других постояльцев. Озирается по сторонам, еле слышно рычит. Теперь эти псы будут жить здесь постоянно. Выставить их на улицу рука у работников не поднимется, да и правила такие, что временно здесь размещают отловленных на улицах города собак. После процедуры лечения их выпускают на место обитания. Если, конечно, собачки не были замечены в агрессивности и не кусали людей. Наши же герои останутся здесь, если, конечно, не найдутся добрые сердца, готовые их приютить и дать надежду на жизнь в семье. Конечно, не каждый готов взять себе взрослую собаку, но здесь есть также и маленькие щеночки, которые могут подарить вам счастье. Совсем недавно в большой собачьей семье случилось пополнение. Здесь появилось 6 щенков, которым только исполнился 1 месяц. Двое из них с радостью выбежали к нам и даже немного попозировали. Остальные грелись в уютной конуре со своей мамой. Кстати, одного щенка уже сегодня забрали. Еще 5 ждут любящую семью. Этих и других собачек вы можете забрать в службе по обращению с животными без владельцев по адресу Папанинцев, 21. Надеемся, что Соболь и другие мохнатые постояльцы обретут самую любящую семью и больше не окажутся на улице. Ксения Калугина, Степан Некрасов, новости Верхнекамья.